Все говорят, хоккей – канадская игра. Здесь можно поспорить, потому что для наших людей хоккей – это наша игра. А для поколений, которые там выросли на Харламове, да, это вообще, это даже, не знаю, только с футболом можно сравнить. Я считаю, что победа в чемпионате мира – это очень приятное событие. И я смотрел, безусловно, финал. Вот, и как-то наши гладко шли. Я не знаю, насколько были сильные составы у других команд, вот, укомплектованные, я имею в виду, не знаю, но наша команда выглядела очень, очень достойно. И главное, что в ней вот был тот дух, которого не хватало на Олимпиаде. Дух команды, дух страшного, страстного желания победить. На Олимпиаде была просто-напросто допущена тренерская ошибка. Причем о ней можно было бы смело говорить после первых двух матчей. Когда уважаемый мною тренер не пытался изменить общую картину нашей игры после поражений, после тяжелых матчей, выигранных там по буллитам или еще что-то. Когда было понятно, что команда собрана из хороших игроков, но она неправильно собрана. Качели такие, да, наши играют плохо, все говорят, такой хоккей нам не нужен. Наши играют хорошо, все говорят, вот именно такой хоккей мы от вас всех и ждали. Конечно, очень обидно за то, что мы проиграли на Олимпиаде с таким треском и провалом. Сейчас, безусловно, наша сборная реабилитировалась, выиграв все турниры в основное время, да. Противники наши не очень сильным составом поехали, но показываем очень достойную игру. Жалко, что на Олимпиаде так не получилось.